Эй, гляньте! Смотрите, наш герой. Ну что, Сёма? Братаны, как жизнь молодая? Да будет благословенна улица. Ты приключения на задницу ищешь? Тебе было мало, герой. Ему еще хочется. Друзья, я не желаю с вами драться. Так что, если вы извинитесь и покаетесь во всех своих прегрешениях, я, может быть, вас прощу и продолжу свой праведный путь дальше. Что ты говоришь, дядя? Ты вещаешь как бы... Чувак, ты говоришь забавные вещи. Я не знаю, что у тебя с башней, но слушай сюда, земля. Ты хочешь, чтобы мы извинились перед тобой, да? Ладно, годится. Вот что я тебе скажу. Мы извинимся перед тобой в тот же день, когда у меня из задницы вылезет обезьяна. Какое совпадение! Сегодня именно этот день. Только что вылезла обезьяна. Это дьявол! Делаем отсюда ноги. Атас! Сваливай! Он сумасшедший! Он сатана! Эй, это вам гостинчики на дорожку! Эй, ты, обезьянка из Анама. Тебе пора домой, подруженька.